Привет, мужики! Здорово! Каждый в чем-то новичок. А мне кажется, во многих вещах нужно новичком и оставаться. А мне кажется, нужно расти над собой. Думаешь? Ну пойдем посмотрим. Ну пойдем. Пойдем. О, Петруха, ты что ли? Не, не я. Ты че, Петруха, здорово! Нифига себе, какими судьбами в наших краях! На свидание, что ли? А, не-не-не, ты чё, какое свидание? Не, я это... Учиться! Учиться? Ага. Чему? Вокалу? Вокалу, да. У меня связки же никакие, а тут у вас хороший педагог, у него, говорят, рот работает, ну, умеет, в общем. Ну, связки хорошие. Я думал, у вас тут одни придурки живут. А, не-не-не, есть талантливые люди. А? Ага. Ну ладно, приятно было видеть. Давай, удачи. Добрый вечер. Все хорошо? Весна! Это вам! Мне? Спасибо! Виолетта! Петр Семенович Гаврилов! Проходи, Петя! А мы одни? А тебе меня мало? Нет, мне вас много, ну, семья там. Я одна, но можно позвать подружку. А, не надо, мы же с вами уже договорились, все как бы это. Можно втроем. А, можно и втроем. Ну там двойная оплата и... А, тогда нет. А вот, деньги все есть, как договаривались, пожалуйста. А у меня есть интересные допы. Интересные допы? Могу сделать, как в твоем любимом кино. Мама. Мама. Пожалуйста, не надо. Ну, как хочешь. Идите в душ, и уже приступим. А, да, я сейчас как намоюсь, мало не покажется. Могу составить компанию. А, не надо, тут же близко, я сейчас сам, а потом уже сами как бы. Идите. Спасибо. У тебя все хорошо? Да, все отлично. Спинку пошоркать? А, блин, я уже помыл спину-то. Ну ладно. Осталось только пятки дошоркать, а где у вас пена-то? Чай, кофе? Да. Чай? И кофе. Может, шоколадку? Я бы, честно говоря, вообще плотно поел бы. Как дела на работе? А, на работе? Нормально. Я же про работу вам вообще много могу чего рассказать. Вообще работа... У вас, конечно, интересная работа. Очень, очень интересная. Я вообще-то библиотекарь. 86-й школе, начальником там сейчас. Удивительно. Вообще, еще как удивительно. Как там... на личном фронте? Ну, библиотека и личный фронт. Понятно. Может, уже приступим к делу? Туалет. У тебя все хорошо? Да, все хорошо. Просто время закончилось. Продлевать будете? А, все закончилось? Не буду. До свидания. Я в следующий раз приду сытый и чистый. Верю. Так-то я в постели горяч. Охотно верю. Спасибо. Ну, нет, не надо. Все. До свидания. До свидания. О, Петруха, чё, как учёба?
Да, честно говоря, маленько не так все это себе представлял. Да? Че, не удовлетворил тебя педагог? Вообще не удовлетворил. А тебе надо, знаешь что, к моей бабке сходить? У нее голос хороший, она хорошо поет. Не-не, я что-то решил это. Саморазвитием займусь. Ну и я. Понравилось видео? Ставь любовь. Пиши в комментариях, как ты первый раз ходил. Да ты что, там же жены могут прочитать.